системы. Наша исследовательная система, которая представляет собой твердое тело, систему атомов, вот мы установили как бы основное состояние. Это вот такая описательная часть по ОРИ. Это свои захоронения. Ну, необходимости, что ли, так получается, и, ну, и по сути, может быть, она так и лучше, когда написывается не то, что о каком-то теоретическом таком планетическом аспекте с расчетами и выводами и формулами. Вот. А значит, просто качественно, потому что мы на самом деле в ней формулируем исходную систему. Исходную систему, которая представляет собой вот этот идеальный кристалл. Почему? Значит, мы должны заниматься этим идеальным кристаллом. Почему, значит, как его, значит, описывать и как применять его описание для дальнейшего, вот это, значит, будет та тематика, которая была вот в этом первом разделе. Сегодня мы начинаем разговаривать динамика. Динамика и кинематика тоже, значит, нравится так уж по хроническому простой терминологии. Вот, то есть это движение и нет движения. Я хочу просто, значит, все же нужно, значит, подвести итоги, как говорится. Давайте вспомним это, чтобы уже это основные моменты, которые мы, значит, в той части установили, они остались уже в дальнейшем, их не надо было, значит, ну, сейчас я не надо напоминать. Значит, давайте прямо, значит, как это мы с вами. Ну, прежде всего, значит, мы сказали о том, что такое по структуре каждых тел. Значит, мы когда все это рассмотрели, систему, что должна быть, во-первых, она однородная, все более и более прощательно. Самое сложное, значит, сложное состояние системы. И начнем упрощать для того, чтобы создать вот такую исходную модель, которую мы будем рассматривать. Так вот, значит, мы сначала однородность. Затем масштаб ячейки, так сказать, значит, масштаб. То есть не только мы сказали, что она, как правило, практически всегда это у нас повторение. Периодическое, значит, повторение какого-то фрагмента. Вот фрагменты вроде элементарной ячейки. Масштаб это элементарной ячейки, что должен быть, ну, просто макро, сначала масштаб, потом микро, масштаб микро, потом нано, ну, масштаб нано, нет. Потом, значит, реатомный масштаб, значит, который состоит из такого фрагмента, повторяющего, который содержит всю совокупность атомов, имеющихся в данном нашем теле. Вот, значит, это мы вот это с этого начали. Дальше, значит, мы, значит, что с вами? Мы пошли дальше. Идеальное твердое тело. Значит, что в нем мы, значит, думаем? Это упорядоченность. Упорядоченность твердого тела заключается в том, что мы, если какой-то положение какой-то фрагмента задали, то положение задали строится. Это, в частности, это и относится к периодической. Периодическая структура порядочная, это, значит, характеризуется идеальное твердое тело. Теперь, значит, так, периодическая структура, это кристалл, значит, мы сегодня еще немножко вернемся к этому, значит, это кристалл, значит, основа кристалла составляет вот этот, значит, решетка, сферическая решетка, я чуть позже поговорю, еще раз напомню вам кое-что. Ну и, наконец, микроисторического подлечения. Идеального состояния, следующее причина. Это край кристалл и жидкий кристалл. Вот сейчас мы чуть вернемся, когда про кристаллы повторю снова. Так вот, итак, вот эти фрагменты упорядоченности. Упорядоченность этого идеального кристалла. Теперь, значит, энергия основного состояния этого тела. Значит, мы его оценим. Значит, это показать, что, значит, вот этого оно основывается на том величине минимума потенциальной энергии, оценка этой энергии, того минимума потенциальной энергии взаимодействия этих фрагментов друг с другом, сейчас я не так речу, вот они взаимодействуют, мы написали, что, значит, минимум энергии отличается от нуля. И, значит, теперь так, Е0, вот Е0, оценка Е0, это, ну, она вторая, просто так, вот чисто для сегодняшнего. Значит, N число, Z число ближайших соседей, которое определяет вот этот минимум величину.
чи навіть нормальне. І ви знаєте, що на світі смолітеп вже ти став, я мав би сказати, що ми вже Росія являється пресесійською структурою, то есть значить, в ячейку элементарной, что это представляет, это социалистическая структура, какая решетка социалистическая. Значит, а каждая решетка своя, своя такая коалиционное число, число посещающих соседей. Значит, ну, допустим, публичные решетки Алибана, Малахунова, раз, два, раз, два, три, четыре, и пять, шесть, вот шесть, шесть, и, ну, и, соответственно, структура тоже точно, эти структуры, эти коалиционные числа там, вот это энергия самосостояния, что это немножко может уметь. Да. Дальше, значит, следующий вопрос, либо следующий. Итак, значит, первое, это структура твердых тел вообще. Второе, это идеальная структура. Третье, 650. Третье, значит, оценка энергии самосостояния. Центр ядра энергии, ядра. Да? Ну, четвертое, типы связи. Типы связи, что же? Вот эти все кристаллы, у нас идеальная структура, значит, она, эти силы, которые определяют, это, значит, есть типом связи. Тип связи является тем атомом, из которых состоят эти идеальные кристаллы наши. Значит, зная эти типы, должны что-то обозначить. Ну как? Металлический металл, ковалентная связь, ковалентная связь, а молекулярная или атомная, так, если отрастает из атомной связи. И, значит, иллюмия, да, это простое вещество, простое вещество, иллюмия, и, наконец, иллюмия-ковалентная. Вот, значит, ионоковалентная, ну, там общая тип связи, вот общая металлическая, ионоковалентная, ну, это связь тоже себя присутствует, все вообще типы сложные запутки, да? Всегда присутствуют все четыре типа связи, но мы должны знать, как описывать. Конечно, значит, описание их не такое, что мы можем сейчас прописать с вами на этом, значит, эти формулы и быстро все вычислить. Значит, к сожалению, это не фактически, в общем, не решающая задача. Но, значит, даже значит, что присылать конкретному твердому телу, мы должны это развивать. Ну вот. Итак, значит, хорошо. Теперь, значит, кристалл. И теперь, значит, мы разобрали. Вот после того, как мы разобрали эти вопросы, так, с разных там, сторон, мы постараемся подойти. И, значит, дальше мы разобрали с вами, что такое кристалл. Значит, кристалл, так сказать, что это периодическая структура и главное. Что главное в кристалле мы должны знать, когда вы говорите, это вектор дистанциации. То есть это вектор дистанциации, определяющий положение ячеек. То есть это решетка. Решетка определяется N1. А1 это вектор элементарной трансляции. N2, А2, плюс N1, А2. Вот этот вектор у нас почти показан. Занятие, даже лицо будет употребляться, потому что это основа силы, основа структуры. Элементы есть целые числа, но минус единица, плюс минус 2, плюс минус 2, и дальше. Значит, это бесконечно. Вот почему мы рассматриваем бесконечно? Это тоже, к сожалению, вопрос на сколько. Почему мы бесконечно для шутки рассматриваем? Значит, у нас тоже было всегда ограничение, как-то и, то есть, этими ограниченными проводителями не так получишь структуру. А, значит, является тем, что мы основаем только объем, а не поверхность. Мы должны понимать, что значит, объемная часть – это то, что та часть твердого тела, зарядочная система, вообще всех сил, которая может рассматривать в пределе бесконечного, бесконечной системы, структура бесконечно распространяющаяся. И здесь это один из взглядов, что мы рассматриваем систему целиком. Нет, мы это рассматриваем. Мы просто, если мы пренебрегаем поверхностным, то значит мы продолжим это. Мы говорим, что это банальный вопрос, но ведь
Значит, если вы его можете, ну, хорошо. Ну, значит, теперь дальше. Это мы теперь поговорим. Теперь, значит, смотрите. Вот это первая ступень познания, как я раньше это. Вторая ступень это, что существует симметрия. Несимметричная решетка определяется шестью параметрами. Параметры именно вот этих вот, вот этого вот элементарного параллелепипеда, построенного на векторах процесса. Вот, значит, шесть величин, шесть чисел, определяющих его длину, векторов и углы, значит, как раз определяет всю решетку. Но, значит, в реальности решетки немного более простые, они не являются симметрией. Симметрия какой? Значит, симметрия, точечная, значит, которая симметрия, то есть симметрия некого многогранника. Как определяется многогранник? Это, значит, мы должны, мы определили сразу, какие многогранники подходят путем простого, еще проделанного в 19 веке, значит, этого, какие же многогранники подходят? Распределение получили эти многогранники. Значит, написали, что существует всего 14 основных типов решеток. Решеток Браве. Значит, ну, получается так, что мы имеем 10 элементов симметрии. То есть это симметрия 10 поворотов. Поэтому эта решетка совпадает при этом повороте само собой. Вот это значит симметрия 10 поворотов. Это на предугол. Относительно определенных специалистических осей, проходящих через узлы этой решетки. Вот 10, сюда входят эти оси, потом эти оси плюс инверсия системы координат, потому что каждая решетка, простая решетка обладает инверсией элементами, инверсией системы координат. Это система простых решеток. Что за правило? И значит, ну и там, значит, единичный элемент, который просто поворот на бабе. Вот, значит, это 10 элементов, плюс 11 элементов, которые мы получаем, если вместе комбинируем, возникает ось и смещение вдоль самой оси, винтовая ось, то есть вы вдоль смещаете вдоль периода и поворачиваете. Дальше создать смысл. Это винтовая ось, так сказать, и они осветившие. Ну и три точнее плоскости скольжения. Скольжение плоскости зеркального отражения, которое есть. Плоскость зеркального отражения – это поворот на угол пи и плюс инверсия. Вот это значит, такой элемент симметрии плоскости скольжения. Она может комбинироваться со смещением вдоль периода. Три плоскости снаряжения. Вот, значит, эти элементы образуют полный набор симметрии, который может обладать решетка. Решетка произвольная состоит из какого-то произвольного числа атомов, но каждая решетка представляет собой совокупность вставленных друг друга решеток Браве. Вот эти 14 основных решеток, значит, они определяют симметрию всего, как кристалла, с точки зрения вот, с определенной трансляции. Вот, значит, таким образом 14, таким образом, если мы имеем кристалл, допустим, железо 2, ванадий, алюминий. Вот кристалл состоит из железа, атом железа, два алюминия. Причем железо атомов 2 в ячейке. Значит, соответственно, у меня есть этот кристалл состоит из четырех вставленных друг в друга решеток Браве. Да? Значит, эти атомы железа, находящиеся в различных местах этой ячейки, это будет, значит, две решетки, да? И, значит, это атомы ванадия, атомы алюминия. Вот, значит, они представьте уже себе элементарную ячейку четырех атомов. И, значит, соответственно, строится на нем тот параллелепипед, который отвечает решетке, которая здесь Браве. И, значит, эта решетка принадлежит какому-то из 230 типов решеток.
Процедура 10-30 років, формується із Саудовської сирійського моменту світі, вибор групи Саудовської сирійської, групи сімейців називається, групи теж групи сімейців, а тече одна совершенно певна решетка значит, значит, ладно. И теперь, значит, у нас следующий, последний, значит, здесь локальный сценарий. То есть каждый из этих атом, он сидит в элементарной чеке, он сидит не на какой-то произвольном месте, правильно? То, что он выбирает место минимальное для того, минимум потенциальное. Вот он, значит, здесь сидит в определенном месте, и это место окружения его дает какую-то совокупность. Такую также ячейку, которая тоже обладает одной симметрией, которая может отличаться от симметрии, отличается от симметрии всего целого. Вот, значит, примерно такая ситуация с этим. Вот, вот это те простые, так сказать, факты, которые с Фенни, которые нужно представлять по средствам жидкости. На самом деле, вот кристаллография, описание, потому что я говорил о прислуге книги, что она, вообще-то, значит, очень большая, серьезная, там много разных понятий. Ну, правда, вот уже надо отметить, это время я наверное, считаю недостаточно, и слишком много там. Значит, надо, вот я и не зря почему все это повторяю, потому что чтобы вот это все выудить, вам нужно, вы будете читать кристаллографию подряд, то вы только к концу прочтения какой-то огромной книги, может быть, значит, можете существу представить, что как это все стоящее. То есть это на самом деле в этом предмет, что огромное число понятий различных, которые я здесь вообще, я вообще никаких понятий, многие, все эти многие кристаллографии фактически больше, чем знаю, часть игнорирую. То есть я записываю те многие, только ту, которая четко определяет на важность. Неважно, если что-то вектор трансляции, решетка ДРВ, ну или элементы симметрии, группа симметрии, значит, вот, вот эти вот типы, эти вот термины нам нужно четко представить для дальнейшего. Ну вот. Итак, вот это кристалл. Теперь, значит, следующий вопрос я хочу сказать. А, значит, следующая вещь. Значит, это у вас обратный решетка. Вот это вопрос, заключили. Значит, обратная решетка. Значит, вообще. Изучение всего физиологии процесса решетки, она фактически сводится к изучению функций периодических на этой решетке. Периодические, то есть имеется в виду, что они зависят от координат, но обладают способом f, от ее зависимости от координат, эта функция всегда периодична. То есть f от r плюс r r. Она, если сместить разницу вектор на r, если сместить этот вектор на то, значит, она не меняется. Вот это для этого все. Так, заходи, да? Давайте вопрос. Это еще раз формирую. Это легко просто. Ну, значит, итак, вот это количество, эта функция, только эти периодические функции всегда характеризуются фуриеобразами. F под K. Их, которые любая конечная функция, вы знаете. Вот рентген, это знаете хорошо, между прочим. Это не путать сегодня видеть. Это рентгеновый и так далее. Потому что это один из главных, это простейших элементарных механизмов, инструментов, что ли, теории, теоретиков. Уже если будешь фрибен, нужно представлять себе так точно, как только это возможно. Ну и вот начинается такое периодическое таким образом функция. Такая вот на решетке, то она почему просто она имеет искренний набор значений, определяющийся фактически этой решетки, которая этим порядком достаточно. Но в обратном пространстве, то есть в пространстве волны векторов. В пространстве электронных векторов имеется обратная решетка. Вот она определяется, это значит, соответственно, ну, условно пишется буква m, да, число m тоже целое число, m1, b1, плюс m2, b2,
плюс МД. Ну, я в таке призначення вспомню такий, як говориться, часто приблизно. Ну, це дуже картина Ніна Нбара Трітера, це лечий солдат. От. А це Віктор Елементарна трансляція, це рішутки образовані по правильному персонансу головних Вікторов. Вікторами. Вони определяються так, що ми, значить, ну, от, якщо знаємо Віктора А1, А2, то ми, значить, знайдемо Віктора Б1, розміру Сіктора, естественно, обратная. От, ну, значить, ми ходимо так, що це буде 2π на В0, вектор вектору об'єм елементарної ячейки прямої рішутки. Об'єм записується А1, вектор, А2, А3. Вот это искальное произведение, это вам формула, элементарная формула этой аналитической геометрии, которая, значит, вектором галбы, которая, значит, определяет вот этот номер, один метод значит. А это, значит, у нас будет уже вектором произведения. А вот это 2,1, значит, будет А2, вектором произведения на 3. Ну и так далее, и по этому же правилу составляются все остальные предложения. Вот. Значит, вот это такой вектор обратной решетки. Значит, вектор обратной решетки, я говорю, что у нас сейчас вектор в теории, потому что именно всегда у нас функции вот такие периодические. Так вот, значит, он физически, его смысл, это он очень широко эксплуатируется в кристаллографии, без связи даже теории, которой мы будем заниматься, а просто потому что сами решетки-то эти, как находить решетки какого-то кристалла определенного, она определяется с помощью экспериментов, в которых фактически-то наблюдается не прямая решетка, а обратная. Ну, правда, сейчас есть эксперименты, которые не прямые, и сейчас такие сейчас уровни, такой есть микроскопы, такие, которые каждая там могут звучить даже. Поэтому, значит, там можно смотреть, как вручительное стекло. Но это, конечно, привлечение немножко, немножко серьезное. И потом совсем все так просто, и потом не каждый кристалл, если ты так посмотришь. В общем, это, конечно, сложно все делать. Потому что такое оборудование, которое есть, может быть, несколько местах в мире сегодня, что, и там десятки мест. Это, значит, это серьезная вещь. Поэтому, значит, то есть все равно с старым методом используется. А какие методы? Методы дифракции. Так вот, значит, у нас эта решетка, почему я ее стал говорить об этом, потому что вектор обратной решетки определяет геометрию, из прямой решетки определяется самопускание. Потом нарисовали это как он, ну вот, когда так пишем, просто так, без M, без всякого, то мы его пишем так, 2πn на D, πn на D. Вот она, значит, это будет структура плоскостей обратной шутки. Значит, вот, поэтому, значит, лучше. Это будет система плоскостей. Вот это любая плоскость, любая система плоскостей, ее можно рисовать в таком виде, где есть расстояние на D. Вот. Так вот, D, значит, этот, здесь просто целое число, просто без индекса, просто это целое число, это вектор K, вот мы равняемся это. Так вот, значит, ну, обычно таймер, если мы что берем это, будет 2π на D, вот это, как раз вот это расстояние. Вот. Значит, и таким образом, если мы определили вектор, все возможные векторы для данной кристалла, определенного кристалла определили возможные векторы, то мы определили систему плоскостей, которая, в свою очередь, значит, определяет, если мы ее знаем, то мы как-то можем согласить с геометрическим преобразованием, какая же это решетка. Вот. Значит, вот эта наука, используется почему? Потому что мы
Имея вот эту формулу, которая опять же является связанной с этой цепью. Что если мы сейчас имеем дифракцию, значит мы структуру, исходную структуру вот этого вот эстела, можем определить с помощью эксперимента по рассеянию излучения какого-то. И такие излучения всего-то три. Значит, это или там поток частиц. Излучение это просто электромагнитное излучение, длина волны которого соответствует межатомному расстоянию, порядка вот этого атомного размера. Значит, это 10 минус 8 сантиметров, вы знаете, значит, ангстрем. И ну, плюс-минус какие-то десятки, да. И значит, вот эти вот масштабы такие, длины волны, имеют совершенно определенное излучение, рентгеновское излучение называется, то в Америке заметно рентген. Вот он этот рентген, этот излучение сцена, он пишет из микро. И значит, вот он, значит, с помощью его оказалось, что ну, если там на порядка вот этой вот этих размеров лежат, то получается инфекционная картина. То есть вы излучение запускаете, да, вот такой, значит, однородный фронт такой. И он, значит, проходит далеко не все длины, ну не длинные волны сказать, а значит, излучение заданной длины волны проходит только в определенных направлениях, сугубо заданных. И вот эти направления как раз, соответствуют вот этой дифракции на определенных системе плоскостей. То есть вы на выходе имеете пучки, проходящие в определенном совершенно направлении, и значит по этим пучкам определяете векторы обратной решетки, поворачивая значит, на направление распространения излучения направления, поворачиваем его, и разные плоскости значит, ловим таким образом, и поэтому такие определяют структуру решетки. Вот идея. Идея это основана на формуле, которая получается, если мы значит, ну, сообразим, что у нас фактически вот этим свойством обладает вот эта плотность электронов, которая и отражает, которая реагирует на это излучение. Это излучение реагирует атомы, которые имеют определенную плотность. Так вот этот интеграл ПДР E в степени I, вот это K минус K штрих, вот это угол падения, это угол ну, прохождения сам через. Так вот, прошедшее, это падающее, прошедшее излучение. Ну вот это, значит, этот Q-вектор в удобе определяет, значит, то, что отражается в дифракционной картине от этого электронной плотности. Ну, естественно, для электронной плотности да, периодически вот, от нее возникают эти вот это фурьёвы, соответственно, вот это А, соответственно, дифракция, вот это картина этого. То есть там возникает формула 2, сейчас я это где вообще было мне? Может? 2 косинус тета равняется. Вот, значит, вот, значит, вот 2Q синус тета равняется, значит, это K, да? K. Ну, нужно поставить вот это. Вот, и значит, N дробь N. И тета здесь угол определяемый. Вот это, выпадающее излучение как? Можно спросить, там Q умноженное? Не понял? Там вот Q. Вот это? Да, да, да. Нет, я просто написал, что вот это К штрих. Нет, смотрите. Я пишу здесь. К минус К штрих равняется Q. Вот это все неправильно. Ага, понятно. Хорошо, что это ну вот. А получается вот такая формула. Я вам в прошлый раз ее вывел, когда просто, что К штрих ну просто значит, здесь K минус K штрих
равняется каждому. А модуль то равен, он там и написал это. Ну, в общем, такая же вещь получается. А это вот, ну, в этой науке не берут угол падения, вот этот, а берут вот это, угол скольжения называется. Ну, вот зеркальное движение вот так идет. А не зеркальное под разными углами, это будет зеркальное скольжение. Под разными углами, конечно, вот, значит, мы на самом деле вот так напишем, рисуем, а прохождение. Вот здесь, через один. Вот здесь семь плоскостей, на нее падает вот такие подумеренные углы, значит, излучение. Вот это семь плоскостей, которые мы рисовали. Вот она, значит, соответственно, эта форма цилиндра сразу же. Это тех, вот это, как она, значит, а теперь как квадрат, она, кажется, их квадрат. Вот эти два уравнения, ламовые, которые, значит, человек определил ламовые, на сформулировал в свое время. Значит, делает вот это, и, соответственно, если мы пугло ставим, то 2 пи на лямбда, делаем белыми, а, значит, ну, капа ставим, он только, по-моему, получается, знаменитая формула, которая основана вся дифракция, кстати, люди, которые не любят формулу, они любят только эту, это единственную формулу. Вот это 2d синус тета равняется n лямбда. Некоторые люди говорят, дай бисон врач. Бисон. Но вот эту формулу придет все. Вот это, значит, определяет все. Ну, если лямбда это n убрать, это число, другое число, то тут просто будет основной набор, так сказать, углов. Угол сюда определяется, угол, при котором излучение проходит через это, через эти плоскости. Вот. Ну вот такая, значит, отсюда придется вот эта D-бубочка между плоскостями этими. То есть вы знаете, теперь, например, вы это знаете, значит, не знаете систему плоскостей, и значит, знаете этот самый D-расстояние. Вот это формула Вульфа-Брегера. Ну, я не знаю, вообще-то, кто-то, наверное, вам уже все это рассказывал. Вот. Вульфа-Брегера, там еще братья еще были. Вот. Итак, вот это, значит, вот это основа для определения. Вот почему, чем занимает от наших в этой рентгеновской. Вы знаете, еще рентгеновская рентгенсолография. Но эта рентгеновская рентгенсолография, это наука, которая присылает это рентгенсолография к инструментальному изучению с помощью. Ну и для, если назвать пучок электронов медленных, соответствующий, то после электрона мы уже разгоняли, поэтому еще можно например, не хотите, как бы, сразу что-то. Ну, значит, медленный там электрон, соответственно, имеет тоже длинный волн по квантовой механике, то есть длинный волн по шаттельному расстоянию, соответственно, использует дифракцию. И дифракция медленных электронов тоже дает информацию подобную же, но имеет свои особенности, и поэтому, значит, соответственно, они дополнительными являются эти методы. И электронные дифракции, и другие еще есть методы. И третий основной это нейтроны они не с электронами волочками взаимодействуют, а с ядрами. Тоже есть своя специфика в этом. Эти нейтроны, и значит, они сами с ними при помощи тоже можно, естественно, определить структуру даже точно. Пучок медленных нейтронов идет и рассеется, и это то же соотношение примерно там и возникает. Просто нужно, тут будет вектор, показывающий не распространение волны, а распространение этого пучка. Ну вот это значит у нас это разговор об обратной и обратной ошибке, мы дальше будем использовать, и дальше там мы кое-какие еще формулы для нее. Это уже не толпочек, я тут уж не стал скопировать, потому что математический вопрос уже будем по ходу делать. Ну вот видите как. И наконец последнее, что значит, я хочу в качестве повторения вот этого цвета. Это структура. Итак, мы дошли до вот этой кристалла, до диаметра кристалла, все. А теперь снова вернемся к структуре реальной. А что же реальность? Это как мы сейчас теперь знаем, что есть такой, что идеальная система для кристалла. Так вот идеально, мы от идеальной дальше идем. Как же, значит, что получается в реальности? Значит, ну конечно, реальности идеальных кристаллов не существует, это я думаю, вы понимаете. Потому что ни одно твердое тело не приготовить так, чтобы
оно було таким, я вирішив, один більше. То есть, что обязательно есть? Обязательно есть дефекты, это кристаллические структуры. То есть, кристалл получается во время роста своего, и в природе он когда-то получился, в природе есть кристаллы тоже, значит, это полезные ископаемые, допустим, фарцевые там, масло, еще кристаллы есть. Вот. Но они получились в реальных условиях, в водных реакциях. Они сплавилось вещество, а то было свободное, потом они раз охладились и получились. Ну, конечно, при этом получается, вот знаете что, значит, чтобы кристалл получился хороший, нужно соответствующие условия, потому что атомы должны садиться на эти плоскости свои. Четко, достаточно медленно, и быстро, и однородно, и хорошо. В общем, короче, условий много для того, чтобы получить идеальный кристалл. Но сейчас идеальный кристалл получает, значит, есть. И получает, допустим, каких-то, ну, вот таких вот размеров, значит, десятки сантиметров. Такие идеальные кристаллы существуют. То есть, занимающие стабилизацию, занимающие все росты кристаллов. Значит, они могут получить такие-то кристаллы, если надо. Это отдельная задача. Сейчас нужно очень долго договариваться, чтобы их заставить сделать. Вот, ну, может получить большой кристалл, если нужен. Но сейчас, как правило, маленькое все нужно, поэтому значит, это уже искусство умирает, наверное. Ну вот, ну, в общем, есть. Но, значит, вот такой в реальности, и он любой кристалл, он что содержит? Первое. Дефекты кристаллического строения, первое. Это значит, точечные, линейные и плоские. Ну, точно, значит, у вас на этом месте, где решетки должны сидеть атом, он не сидит. Называется вакансия, пустое место. Так что он сам кристалл уже релансирует это место, вокруг этого места возникает, вокруг это любое искажение. Теперь, значит, наоборот, он тот, который вылетел, или пролетел, например, кристалл еще атом. Значит, он садится в междоузле. То есть у него место совсем не узел пришел. Вот междоузле, вот это точечные, это значит вакансии. Вакансии и междоузле. Это междоузле, как называется. Междоузле. Междоузле. Вот это значит на этом междоузле, это точно дефект. Теперь линейный дефект, я тоже пытался вам рассказывать, значит, это когда соединилось какой-то оси кристаллической, неправильно эти соединились плоскости, которые идут в стороне, надо даже плоскости, а один атом, по-моему, не туда, а чуть ниже, чуть выше. Возникает такая линия искажений по всему долгу. Ну и другим способом, другой способ уже может быть плоскости неправильно сошлись. Они пошли так, а вместо того, чтобы соединиться, они вот так вот соединились. И по этой линии идет такой дефект линии. Называется все дислокация. Дислокация очень важный вариант физических кристаллов, то есть механика. Ну вот, и второе, это значит линейные дислокации. Дислокации. Вот, и, ну, эти плоские, это, ну, это границы, это правило. Это уже имеет больше отношение к полукристаллу. Ну, и после эффекта могут быть и другие границы, допустим, вообще кристаллы после чистки. Ну, вот плоские. Плоские. Вот, значит, это раз. Теперь второе, перечень атомы. Никогда вы не сможете приготовить чистое. Вот железо надо для меня писать. Я приготовил такое видовое вещество. Но, значит, в этом веществе еще помогут быть другие. Но когда я буду говорить, потому что вокруг окружающие чистые, потом исходные вещества, тоже не сразу говорю, а исходные нечистые. Значит, и поэтому, ну, точность, допустим, вот действительно, вот, да, можно сказать так, что вот у нас есть, допустим, 1022, всех должно быть атомов там, в сантиметрах. Ну вот, так вот, ну, в хорошем случае это 10-15, 10-16 будет чужих. Допустим, не знаю, что может быть еще рекордные есть. Какие-то кристаллы нужно
чистый синдром, какие-то нет. И это зависит от чего. Подогрели, вылетело, допустим, вылетели чужие атомы. А если свои полетят, то это уж плохо, значит, тут нужно регулировать процессы, и, в общем, это серьезное дело. Вот поэтому это примесь называется. Итак, дефекты характеристических строений и примеси это отличают реальный фиксат от идеального. Но если их мало, всех этих, ну, относительно числа атомов элементарной чинки, если 20 сантиметров кубического, ну тогда, значит, перестало можно считать идеальным, насколько там можно понять, что это идеально. Но если их много, тогда уж нет, извините, это уже получается, что совсем наш вопрос, это совсем другая вещь. Вот, значит, теперь дальше, значит, вот это дефект у нас, кристалл. Теперь дальше идем, значит, идем, ухудшаем все, эту идеальную вещь. Ухудшаем как? Значит, у нас возникает множественная система. Вот периодически у нас периодически идеальная часть получается. А теперь это значит, этот элементарная ячейка как бы обрастает другими атомами. Вот берем, допустим, первую коррекционную сферу или следующую. Вот эти коррекционные сферы берем, получается, что они там наружу как-то нарушены, по-другому остальные, чем идеальные кристаллы. А вся эта фрагмент представляет собой как бы элементарную ячейку всего нашего твердого тела. Это называется наноструктура. Вот наноструктура в ней, значит, эта ячейка нарушена тем, что присоединились какие-то другие атомы, которые из окружения взяты, грубо говоря. Но, грубо говоря, простая самая наноструктура получается как? Измельчением. Вот раньше не умели это делать, а измельчаешь песок, потом еще. Но все равно вот таким получишь эти штуки вроде такого размера макроскопического. А вдруг вот научились делать его чуть-чуть атомного размера. Вот так сейчас научились некоторые такие смельницы, что мерят до атома. А потом все спекает. И вот значит, получается такая вот конгломерат, который однородное твердое тело. И оно зачем это делать? Потому что его кажется, что оно большие применения находит. Оно лучше, чем кристаллы обычные. И какая-то прочность там, и еще какие-то твердости, чего еще. В общем, значит, какие-то имеют физические свойства такие, которые намного лучше каких-то применений, чем чистых веществ. Вот эти конструкторы, поэтому сейчас очень сильно сейчас развились именно, потому что оказалось, они не только значит, таким дроблением, но и другими способами получается просто при быстро, чтобы нагреть. Там такие получаются штуки. Это будет нано-система, которая это наноразмер. Наноразмер это значит десятки атомов. Ну до сотни. Там сейчас, поскольку модно это, очень сильно расширили границу понятия наноструктуры. И все сейчас занимаются, все занимаются наноструктурой. Потому что, то есть, уже допустим, 100 атомов, это тоже наноструктура. Или там что-то. Ну, в общем, на самом деле, конечно, если четко физические проявления додавать, то оно будет отличать вот десятки, и, соответственно, какие-то качества должны быть, особенности у этого, значит, этой квазиэлементарной ячейки, не знаю, как ее назвать. Теперь дальше следующее, еще уже в старом, когда не умели делать наноструктуры, получался поликристалл называется. Значит, это кристаллики растут, а значит, выросли, ну это обычно песок, что ли, что еще, значит, это типа кристаллики, но значит они у них есть элементы такого кристалла. Но значит, у них границы. И большинство твердых тел окружающих, именно такие не поликристаллы, то есть. Немножко там кристаллы выросли, а потом границы остановились, и теперь хаотически ориентированные друг к другу, относительно друг друга кристаллики, имеющие размеры порядка микрон, ну и до, допустим, 50 миллиметров. Значит, вот такие вот размеры, вот это называется поликристалл. Это, значит, у нас, вы если готовите, допустим, варим сталь, и суд еще, и там получается, да, ну, значит, это называется поликристалл. Они имеют свойства и кристалла с одной стороны, а с другой стороны, конечно, он с точки зрения определенных значит, параметров
я написал честно сильно. И значит, смотрите, чтобы нам изучать его, так же, как и надо, так же, как и его, нам нужен свой сердечный сало выучить. Почему мы за ними занимаемся? Самой физикой мы должны заниматься самыми глубокими закономерностями, которые содержатся в идеальном веществе. А значит, в идеальном системе. А в этих системах, мы когда знаем уже, мы в этих системах начинаем прибавлять, квалификационно уже прибавить границы, их научиться вычислять средние величины физические с учетом того, что есть в области малых кристаллов. Вот это вот, значит, квалификационно. Ну, в наносе сложнее, там химия какая-то уже должна быть и так далее. Вот. Ну и вот, значит, вот это все, значит, фактически все понятие структуры мы, значит, здесь зацепили. А теперь, значит, я забыл еще, надо было мне перед этим рассказать, прежде чем переходить к этим эффектам. Надо сказать, что вот, в базе кристаллов и о, значит, жидких кристаллах. Вот еще одна есть грань между переходом. Вот я хотел сейчас уже перейти к чему-то, а прежде я должен сказать кое-что еще. А именно о таких упорядоченных распределениях есть идеальные вещи. Это идеальные это квазикристаллы и, ну, и как они называются, отжиженные кристаллы. Так вот, я специально в этом рассказах вымещал, принес, значит, принес книгу. Так, принес вот эту книгу, вернее, я же начал. Вот здесь это один из первых таких, видимо, обзорных. Есть, вот я покажу вам просто, что такое, ну, идею такую, что такое квазикристалл. Вот как вы представите себе упорядоченную структуру, что если я задал положение одного атома и задал какой-то геометрический образ какой-то, и тогда весь все твердое тело я в случае этого образа описал. Значит, так вот это сравнительно недавно, и это было основано на геометрических неких. Ну, во-первых, идея сама. Вот идея сама получается. Вот она попадает. Значит, вот, допустим, исторические плоскости. И вот мы сместили некоторые атомы в одной плоскости относительно другой на иррациональное число. Иррациональную долю периода. Это переход. Иррациональную долю периода сместили. Периодичным образом. Значит, получается тоже структура, правильно? Мы это рациональное число можем задать, правильно? Мы задали рациональное число, и значит, определили вот эту оборачиваемую тоже структуру. Теперь трехмерная структура, это вот в науке, такой Пенроуз был, значит, математик, он, и кстати, это отчасти вернулось, вот видите, в кристалле есть оси симметрии только второго, там, третьего, четвертого, а пятого нет. Почему пятого нет? Вот оказывается, что и мы смотрим друг на друга, что в каких-то веществах вот пятого. Вот я оказал, что это совсем уже не стало. Вот структура, если вы увидите. Вот эти соединенные пятиугольнички. Вот был такой конструктор детский, из фрагментов скрепляли, я не знаю, вам вы уже видели, вот когда вы были, наверное, уже. Видели? Да. Скреплять такими узелочками. Угу. Так вот, можно такую сделать штуку. Вот ее можно бесконечно сделать. Вот это будет кристалл. Значит, это не кристалл, квазикристалл. Это будет квазикристалл, если будет это не из кристаллической решетки, а именно из произвольной такой штучки сделанной. Теперь, значит, второе, вот он здесь нарисовал это совокупность кубиков. Значит, надо разрезать ее не по плоскости кристаллической, а в каком-то иррациональном направлении, то есть вдоль иррациональной доли этого периода, чтобы была попадаться плоскость. И потом проектируется то, что получилось на плоскость. И вот это получается решетка, которая имеет значит, периодическую структуру тоже, но как бы в ней в периоде, там, в этих вот номерочках, как я пишу в этой трансляции, должно фигурировать некие иррациональные числа. И тогда, значит, получается, вот, что мы можем много придумать, но на самом деле придумано не так уж и много. Вот как это называется, не касается такая фигура,
По видимо, это из этого из пяти этих структур из пятигранных. Вот. Значит, вот она, значит, получилась, вот тоже пример такой структуры, которая значит, является периодическим. Итак, может быть не периодическим, вот сплав. Вот этот сплав, ну, существует сплавы, и исследуются сейчас по рефлексалам, в которых, ну, очень много атомов. Вот тут, тут значит, этих, ну, штук 42 атома, например, ячейка состоит. Ну, то есть это грань между... То есть... Ну, как в математике, каждое иррациональное число может быть получено как предел рационального. Поэтому и эти решетки, ну, эти, ну, как решетки структуры этого фазиксала могут быть получены с помощью предела огромного количества атомов, то есть кристаллов с огромным количеством атомов. Это там связывает это с цепной дроби, цепная дробь там есть, и вот если это по цепной дроби идти, значит, где-то оборвать, это будет, то есть, получится тоже, значит, структура, которая, в принципе, через целое число выражается, но близка к той, которая учится. Да, тут много всяких этих, значит, упражнений, и вот это, вот, кристалл, и еще раз, что за ним получать такой кристалл? Значит, мы берем какое-то все твердое тело, оно состоит из этих атомов, которые, положение которых мы должны создать каждый уже все. И нет элементарной ячейки, без периодичности нет. Повторения этого нету. А все атомы создаются вместе, как бы, одной структурой. Вот такая вещь. Теперь, значит, что значит жидкие кристаллы, это переходная. Вот я должен сейчас это говорить. Переходная область между аморфным исторически. Это значит, вот у них такая, это вещества, состоящие из молекул. Из молекул, у которых есть плоскости какие-то. Вот у них есть такая плоскость, и это, значит, какая-то перпендикулярно ее расположенная цепочка, молекула такая, одномерная. Вот они плоскостями этими идут. А этими точками привязывается какими-то. Ну, вот такая вот плоскость и привязка, хотя бы получается, что совокупность этих собранных, они могут вот эти быть периодические такие, это похоже на кристалл будет, а плоскость, значит, тоже будет несколько как играть роль кристалла, точки кристалла. И вот такие фрагменты, из них состоит вот это самое, это жидкий кристалл, они состоят из таких фрагментов. Тут причем может быть и быть это перечислить одинаковое состояние, а может и не быть. Вот из таких фрагментов это, если сейчас это температура как бы увеличить, но вся нарушается вся штука, и она получается просто как жидкость уже. А значит, при какой-то температуре они сидят и образуют какие-то вот такие, значит, ну как бы поликристаллы, квазиполикристаллы из вот этих прочных. Ну, какие-то элементы, короче говоря, кристаллов у них есть. То есть вот существуют и, ну, может быть, и другие там какие-то вещи, особенно биологических кладовых системах, переходные между аморфными и кристаллами. Аморфное это что такое? Это значит, уже у вас они к, значит, периодичности дальности за порядка. То есть вы ехали с тобой. Не напишите, у вас фрагмент, каждый фрагмент меняется со временем. Да, и фрагмент уже состоит тоже, но этот фрагмент зафиксирован, он имеет цель тяжести, когда его перемещается. Значит, поэтому при каждом моменте вот структура есть, но она не прячется. То есть уже аморфное твердое тело, это не кристаллическое, не имеющее вот этого дальнего порядка, то есть такого структуры решения. Вот это как раз, теперь мы фактически все перечислили вам с вами, какие бывают структуры и какие бывают твердые тела, однородные. Теперь из всех мы составим неоднородные. И тогда мы получим все, что существует в природе. Понятно, но вот это такое для
конца этого раздела. Вот такой разговор. Что значит у нас есть идеальное, и как от идеального прийти к этому идеальному физическим образом, то есть физически осмысленным пониманием того, как, что происходит. То, любое трудное дело, например, окружающее, мы можем причислить к одному из этих разделов, чтобы все это представлять. Вот такая есть. Ну вот, ну теперь, значит, мы переходим к следующему. Мы даже теперь сделаем. И, значит, это перейдем теперь, наконец, ну, к такой же теории, что ли, там. Уже формулы. Те, кто не имеет формулы, может, он дальше не слушает. Так, я сегодня принесу. Сейчас он выкрасит у тебя. Положение атома около узла N. Каждый узел кристаллической решетки определяется набором чисел N. Это N1, N2, N3. Вот эти наборы в этом вот векторе трансляции Rn есть N1, N1, N2, N2, N3. Да? Вот в этом N3, вот это N. Теперь это было положение атома. Значит, он будет смещаться. Это равно Rn, это узел вот этого предельного, плюс смещение. Мы его будем назвать буквой U, Un. Смещение около от положения здесь. Я уже сказал, что в ее равновесии. Значит, он колеблется, мы как раз это получим. Вот. Ну, значит, это не полно себя с проблемой. У нас узел, это освещение. А реально атом смещается и поженяется тоже. Вот условия мяса тоже. Ну вот, значит, это величина зависит от времени, да, будет сейчас. Вот, значит, как-то начать. Значит, мы сейчас. Давайте все это строго по науке рассмотрим, как же определять нам, как движутся эти атомные кристаллы. По науке я могу. Значит, наука всякая теоретическая начинается с Ньютониана. Итак, мы, значит, и договорились в свое время. Я вот сегодня специально допустил, потому что все равно сейчас должен сказать. Значит, Ньютониан состоит у нас из Ньютониана подсистем электронов и ионов. Причем, я напомню, как я рассказывал, значит, в атоме, вот, значит, у нас есть в каждом атоме, за исключением самого первого, дальше водорода, ну и там гелия, дальше идет так, что есть ионный остов, состоящий из замкнутых электронных оболочек. Вот этот ионный остов мы называем ионом, и просто, значит, это вот и в нем орбитальная неутральность, равномолекулярная, значит, это вот тот ион, который создает поле действующего электрона, и вот создает вот эту, является основной этой массовой, так сказать, частью кристалла. Вот движение этих ионов и составляет основу движения, вот мы называем атомом. Ну вот атом, который мы как условно к этому иону приписываем часть электронов, которые фактически, остальные электроны, которые фактически участвуют в связи, они коллективизированы как-то в большой степени в кристалле и так далее. Вот они, значит, и образуют систему новую электроны. То есть у нас есть в электрониане ионов,
плюс гуманитариан, электрон. И плюс взаимодействие между всеми, между ними, где, значит, он исходит энергия взаимодействия. Вот две подсистемы. Подсистема ионов, которые, собственно, движутся и не участвуют присоединенные, которые электроны, не участвующие в связи. Плюс те электроны, которые участвуют в связи, которые составляют общие составляющие электроны. Вот такая личная система. Значит, соответственно, мы теперь, она в общем случае у нас содержит смещение, да? А если не смещение, то по самим зенолике, значит, это будет, когда уровень. Это будет 0. А уровень 0, значит, будет не 0. Так вот, значит, мы получим так. Значит, будем еще попросить, где здесь будет сейчас U входить, когда мы подключим эту нечто. Ну, значит, H электроны мы напишем для того, чтобы это было показать. Кинетическая энергия, кинетическая, ну, кин можно написать, чтобы было понятно, что кинетическая энергия. Вот, так, сейчас я напишу E. Плюс, значит, взаимодействие между электронами, да? Вот. Теперь, значит, H и это есть тоже H. Так, сейчас. H кинетическая, пишешь, H кинетическая энергия плюс H. Это нам нужно подразделить, потому что мы дальше посмотрим, что у не влияет на некоторые зависимости частей. Вот. Итак, значит, это. Значит, здесь H и взаимодействие. Вот так вот мы для сердца. Ну и вот, значит, смотрите, теперь будем написать. Значит, это вот H, напишем так, U равно U. Вот H в общем случае, значит, она представляет собой, сейчас мы напишем, вот, H, зависящая. Вот, значит, причем, значит, вот это вот здесь мы еще ничего не пишем. Значит, H, E с ноликом, оно действует на умную функцию, вот мы, значит, запишем умную функцию электронов. Умная функция всей системы электронов. А электроны с ноликом, где при уравном нулю входит, да? И, значит, она будет такая. Пси, мы ее обозначим до функции пси 0, равняется Е 0, Е, пси 0. Вот это уравнение для определения энергии самого состояния электрона. При U это энергия Е 0, электрон это есть Е, вот электрон при уравном нулю, да? При уравном нулю, то есть при уравном нулю. Вот это значит специальное, это нам банально всегда лечит это уравнение. Ну вот, значит, теперь таким образом, смотрите, H пишем. Ну вот H и он. Я, значит, так распишу. H ионная, H кинетическая ионная, плюс H за ион ионное взаимодействие с нуликом, да? Вот, и плюс добавочка. Вот здесь теперь это без добавочки, а сейчас с добавочкой. Значит, линейно и квадратично мы должны все полу. То есть смещение ноги. От последнего чего мы должны быть ноги. По сравнению с этой ноги, ну оно уже лежит больше. Значит, так, с чем мы должны? Оно должно быть много. С состоянием жетона. И это у нас потом получится. Сейчас это как-то мы не видим, потому что мы, может, кристалл как целое сместить, тоже обувь. Потому что он большой может быть. Но муж кристалл может считать, что он находится так. Мы видим вообще, значит, вот это уголь по порядку ничего нужно меньше всего межатомного расстояния, вот условие. И, соответственно, это раздражение, которое решили по новому углу, оно справедливо именно в этом несколько условиях. И это у нас проявится. Мы сейчас пока не можем это. Даже не можем. Можем написать, наоборот. Ну,
все розуміємо, що вже молодець, така ж відповідь. Ну от, ти ж дійшла добавка через секундочку. Аж і так, це було не дуже так, смотрите. Сума по n, значить, аж, так, аж 1, тут вот зачинник, аж 1 по n, у, v. Значить, тут я дальше объекты мне вот эти индексы писать не буду. Потому что здесь, наверное, это место, и поскольку дальше различные будут слагаемые, то там это скучно будет эти на это индексы прописать. Я где эти не нужен, но себя их можно восстановить, поэтому я не буду целовать. Вот. Плюс 1/2 сумма. Вот тут уже пошла у нас, как говорится, то, что мы с вами любим, формулы. Вот. Значит, h это 2. 2 означает, что второй порядок. Это первый, это пол, это второй. Нужно нам написать это уравнение с точностью до ухода. Почему? Потому что уравнение мы напишем, даже в длине мало. А, значит, ну, уравнение для у должно написать в итоге линейное. И, значит, соответственно, результат должен быть квадратичен, но пол полинуцирован, тоже тогда. Ну, h2, значит, от n, n штрих, запятая, вот, значит, у, n, у, у, n, у, n штрих. Вот это будет изложение этого дантониана. Теперь, значит, дальше. Там же точно надо разложить и электронного дантониана. Здесь кто-то предложил, что, смотрите, ну, мы не можем разговаривать сразу же одернуть, так сказать, за... Зачем вы нам пишете линейное слагаемое поле? Зачем я пишу? Это вы сейчас посчитаете. Надо вообще это линейное? Как вы считаете? Ну, вот, понимаете, если мы проявляем равно нулю, ну, находится на линии, то разложение по УВ вблизи этого равновесия, вблизи величины УВ, будет начинаться с учетного порядка. Да? Поэтому, значит, вот это, наверное, нам не надо писать. Вот здесь H1, H1, ну, для общести, ну, на самом деле, оно должно быть. Для производства по УВ, при УВ равном нулю, этого гамильтониана, положим равно нулю, потому что он включает должен равновесие. Вот это значит. Равновесие. Равновесие. Здесь это не нужно. Поэтому что-то ничего не надо. Ну вот. А теперь дальше. Значит, дальше электронные уровни. Значит, смотрите. Вот это движение самое по себе. Мы значит, предполагаем, что мы, вот, это движение сон и уровня. И вот, значит, мы сейчас напишем то, что мы сейчас первое сделаем, это так называемое будет называться адиабатическое приближение. То есть вот дальше будет вызвать, и потом, значит, будет, можно где-то в каком-то месте написать адиабатическое приближение. То есть приближение, которое позволяет нам разделить ионы и электроны. В этом тонкость самого подхода и вообще и разделение всей науки о твердом теле на атомную структуру и на наукообразные, да, структурные свойства, на электронную структуру, электронные свойства. Вот именно в этом заключается то, что мы движение ионных атомов может, электронов может отличать. Почему? Потому что электроны все же движутся быстро. Смещается быстро, вот, не знаю, электрическая катя отвечает быстро на движение, а ионы медленно сравнительно, потому что ионы содержат и яд, который в тысячу раз тяжелее, чем электрон. И поэтому, значит, мы можем рассматривать вот, возбужденное состояние значит, нашей системы отдельно те, которые связаны с возбуждением ионов, и те, которые связаны с возбуждением электронов. Это не всегда правильно. То есть есть не адиабатический эффект, вот это называется, который в этом приближении не проявляется. Но это специальный эффект. И мы специально можем рассмотреть и значит,
участие, поскольку все здесь принимало ход, то с условием максимума у нас есть всегда гранинал проект, и вот значит, мы всегда эти вопросы решили отдельно. Поэтому у нас начало рассматриваем движение как бы независимо. Сейчас мы сформулируем приближение, в котором что мы реально, какие приближения делаем, какое приближение делаем, и это называется диабетическое приближение. Вот, и, а потом значит, вот, уже будем электронно учитывать так условно, кстати, ну, явно не очень изменить. Вот это сейчас не проделаем. Ну вот, значит, для того, чтобы это проделать, мы сейчас этот год вот сколько же провести. Ну, мы уже все в Румынии, с учетом движения электронных тоже. Вот. Ну, значит, поэтому, соответственно, нужно значит, написать взаимодействие электронного иона. Ионная, вот, значит, она вот такое вид имеет. Значит, ну, H есть электронно-ионная с нуликом, плюс. Вот, плюс. Значит, опять же, линейная сторона, сумма по R, сумма по R, лямбда, вот это качество обозначение лямбда, лямбда 1 от N, у N, линейная сторона, отлично, опять, и дальше плюс 1 вторая, сумма по N, N' лямбда, 2 от n, n штрих, у n, у n штрих. Все точно так же это разложили. Вот. Вот. Значит, и теперь мы спросим снова. Вот здесь мы спросили себя, это мы помним. А это? Ну, это, начинает, ну, там заметить, тут входят электроны. Вот это единственное, что мы здесь как бы уже записать электроны. Ну, тут в эти электроны переменные, в две вот эти этих слоемых, ну, как-то я не входит. Поэтому, значит, тут смысла нет его записать. Ну, мы же взяли только вот именно в ответственности. Вот она где электроны. Это они здесь и войдут. То есть это начало лямбда 1 зависит от n, от положения, и от положения электрона тоже. Ну и поскольку мы помнили в теории размещений, первое приближение значит, у нас функция электронов вот это равна, не зависящий от этого. Вот тогда, значит, мы все то, что будем рассматривать, касающееся движения У, мы будем брать просто в основном состоянии, либо добавка, опять же, связанная с У, учитывается. Поэтому, значит, вот здесь вот, раз мы это в линейном приближении писали, что вот эта вещь должна равняться нулю? Да нет, она должна равняться нулю до вот мы это шумовое значение. Основное значит, среднее значение. Среднее значение лямбда 1 от лямбда n пси 0. Пси 0 вот это большая понятно. Должна равняться нулю. Ходим. Она правильно должна равняться нулю. Вот это. А в общем случае она не должна равняться нулю. А это значит приближение. Значит, это будет не обнаруживать положение. Значит, у вас если вот в основном состоянии, когда, то извините, тогда это должна равняться нулю. Потому что мы как бы разложим по У, и вот разложение по У, берем среднее этой штуки по сложному состоянию, это должно быть равняться нулю, потому что слагаемых в энергии основного состояния. Линейных У не должно быть. Вот это. А это значит, тоже лямбда, вот так вот. Оно значит, зависит от силы, перемены силы, перемены. А то, вот это, от электронных электронных перемены. Ну вот мы вот получили теперь вот такой гамильтония. Значит, что где у нас? Итак, у нас от У зависит, списываем раз, два, три. Два квадратичных поля. И один изменение, он будет, значит, в нем будет толстый. Вот, значит, значит, давайте теперь пишем. Значит, уравнение движения ионы. Вот это записали. Значит, уравнение движения. Ну, это значит, так мы его запишем. Вот. Значит,
Ну, раз уж мы уже разделили тюрьмы, значит, можно никто на фронтовизм не писать. Но, значит, мы можем его и видео видео записать сразу. Но если бы это на фронтовизме, давайте, значит, это у нас кинетическое. То есть мы записываем уравнение для движения ионов. Вот переменная динамических ионов Коулен, зависит от времени года описан. Да? Значит, соответственно, мы должны записать кинетическую энергию ионов. Нет, вот она. Кинетическая энергия ионов. Давайте запишем. Вот я запишу. Формализм Гамильтона, ионы тоже учту, хотя это не очень естественно. Вот. А значит, квадрат на 2n, да? Вот это значит у нас импульс. Да? Значит, у нас уравнение движения будет иметь вид такой, что у точкой равно GH вот это N, да? Вот это N, да? Вот. А значит, P с точкой N, где точка означает произвольно по времени, не знаю, а это значит P с точкой N равно минус, да, GH по D. Ну, по N там дифференцируется, но это не переменная, ведь у нас R. Значит, по N просто, да. Ну вот, ну можно написать сразу это в виде уравнений Ньютона. А уравнения Ньютона такие, значит, M. Ну, я вот здесь вот напишу сразу эту статью уже. Все. Вместе они думают. Используем вообще. Вот. И, значит, здесь напишем. Два вот этих уравнения, оно записывается в виде одного уровня. М. Масса. Вот она. Где она масса? А, вот я еще. Масса иона. У. М. С двумя уже точками, да? Ну, потому что нужно по точке рассчитать, с двумя точками. Вот. И, значит, получится так. Минус. И тут нужно продифференцировать то, что получится. У нас зависит от уэ. С минусом минус поставить. То, что, да. Значит, смотрите, очень легко. Получится что? Сейчас мы приведем. Минус у сумма по n. Штрих. Здесь внутри n будет, вот штрих, сумма. Вот, значит, дифференцируем вот эти две. Раз, два. Это просто потому что, значит, здесь h2, вот n штрих, плюс лямбда 2, вот n штрих, так? Ну и здесь у n штрих. Вот получилось уравнение, красивое, хорошее. Значит, здесь линейное уравнение для колебаний. Мы сразу видим, это вторая производная пропорциональна смещению. Ну, если бы не было вот этого слова. Вот в нем существует, в нем замешаны электронные переменные. Здесь мы эту, сейчас это уравнение возьмем, если слова не было. Значит, это уравнение возьмем просто в основном состоянии, потому что синоид, смазочный момент по электрону. То есть электроны переменные уходят сразу. И здесь получается просто, значит, уравнение будет колебания получается. Но это, значит, у нас в этом отношении мешает, потому что здесь мы будем тогда плюс еще иметь. Ну вот эта скобочка так. Здесь плюс сумма, по n модифицировали, все, лямбда с чертой от n. Вот эту сумму мы должны взять с суммой
Вот. Средние. И здесь уже средний какой взялся? Не по основному состоянию, потому что это, видите, от этого здесь проблема взять линейно слагаем, понятно, да? Тогда у нас будет здесь то уровень, которое мы хотим. Значит, таким образом нам нужно теперь волновую функцию электрона записать, как синьор пси 1, где это будет пропорционально у. И вот средняя от этого линейно будет взять. А можно еще раз поподробнее, как получился такой результат? Вот это получился результат. Значит, вы P с точкой это пропродицируем по U. А H по DP получился. P N берем. PN, да? Теперь я сюда получил, теперь дифференцируем дважды, и по дифференцируем вот это получится. Сейчас вот так, то есть у вас по УН, производная по УН может быть. Мы взяли производную по УН. А вот одна вторая еще куда можно считать? Ага, смотрите. Так, ну одна вторая. Значит, вы дифференцируете один раз по УН, а другой раз по УН. Штрихами. Здесь дважды входит этот самый. Каждая из этих будет дважды. Вот вы вот эту ОН, которую вы выбираете, она будет дважды. Поэтому сейчас двойка съемся и получится. А откуда слагаем нас с усреднением? Значит, смотрите. Хорошо. Откуда? Я повторяю еще раз. Значит, вот это, мы, значит, вот написали вот это уравнение, да? Мы убрали сначала. А после этого, значит, мы должны усреднить по волновым центрам, значит, электронов. Понятно, да? То есть мы это, значит, вот это все уравнение взять должны, значит, ну, среднее по волновым состояниям электронов. То есть у вас, значит, мы запишем У, здесь входит У, правильно, и зависит от электронных переменных. Значит, мы теперь так, значит, мы должны написать среднее для, то есть уравнение движения для У вот этого усредненное по электронным переменам. То есть так же, как мы будем, допустим, электроны вписать, вот мы мы запишем вот эти волновые функции электронов будем находить. Если мы будем находить, то значит там входит ОН. ОН значит, ИО для электронов это переменная, так сказать, значит, число, то есть это будет не оператор, он не действует на электроны. Поэтому, соответственно, значит, мы должны по ОН, вот это усреднение, то есть мы его взять должны, матричный элемент, вот фонарь функции этих ионов. И наоборот, когда мы берем с этими ионы движущиеся, то мы должны усреднить их полную функцию электрона. Значит, это приближение отвечает тому, что полная волновая функция кристалла есть функция электронных переменных и ион. Да? Но, значит, по уму потеря возмущения вычисляем. И поэтому, соответственно, значит, если мы вычисляем в первом приближении по уму, почему мы не учитываем? Потом мы учитываем дальше, значит, мы должны соответствующую добавку написать по уму. И так далее. То есть вы, когда потеряли вращение, то получается, что в первом приближении мы вычисляем вот этот пси 0, а втором в следующем приближении, то есть в новом приближении в 0, пси 0 и пси 0, да. Если берем пси 0, то здесь он вообще нет. А если мы берем по пси 1, значит тут здесь первый порядок, но он усреднен по основному состоянию. То есть, значит, вот эта теория возмущения, значит, ну, конечно, в
формально можно сказать, что я записываю одну функцию в виде формы функции всего кристалла, то есть зависит от этого, в виде произведения. В виде произведения функций, зависящих то есть электронных и ионных, да, ионных переменных. Но здесь теория возмущений просто. И значит, если мы в первом в уравнении, когда рассматриваем, то мы вот так последовательно в значении действуем. Ну давайте здесь усредним. Ну, мы хотим рассматривать движение ионов не квантовым образом, а классическим. То есть мы должны рассматривать вот это, в этом тонкости. Мы его поэтому должны усреднить по электронным переменам. Или по волновым функциям всего кристалла. Но если здесь мы сейчас поставим волновые функции всего кристалла, вот допустим для этого числа, то здесь утов волновых функций не нужно учитывать вообще. Тут ясно, что здесь нужно поставить все на все, да? Так что дальше, да, и то же самое этого касается. Тут нужно только псиноль поставить. То есть мы, то есть вот тонкость здесь действительно определенная. Есть то, что конечное уравнение у нас, это уравнение для усредненных по электронным переменам величин уных У. Но это, результат теории возмущения. Мы в первом решении мы так и должны делать. Псиноль взять все. Потому что У-то мала сама. Вот мы ее должны взять по псинолю. Вот. Поэтому значит, вот здесь мы в этом смысле уравнение ходит У линейно, поэтому тут четко линейно все где. А вот это место, заключается, здесь нужно взять пси волновую функцию электронов в линейном приближении по У. Это отвечает тому, что мы возьмем общую функцию в линейном приближении по У. Это в полной мере зависимость от переменных электронов будем учитывать. Вот сейчас давайте следим. То есть мы здесь должны в первом движении по У взять. Мы сейчас начали это сделать. И покажем, как сделать так, и в каком приближении сделать так, чтобы здесь входило тоже усреднение. Здесь входит усреднение, вот оно. Потому что мы тут сразу усреднили. Ну вот, значит, смотрите, итак, среднее, я просто сейчас напишу это среднее, что тут усреднение. И тогда, может быть, будет еще более ясно, что это такое. Вот, вот эти обозначения вам понятны, это маточные элементы, я, их распишу потом. Посмотрите, пси 0 плюс пси 1, лямбда, вот это и есть среднее число, лямбда от n, пси 0 плюс пси 1. Вот здесь, в этих слагаемых, мы взяли только без пси 1, без потому что у этого же здесь у нас есть, а здесь нужно пси на пси 1. Конечно, это тоже волновые функции должны быть с учетом ионных переменных. Но этого нам не нужно, потому что здесь-то ионные перемены уже будут в линейном приближении. Понятно, да? Поэтому значит, мы здесь должны только электронную часть написать в линейном приближении. Все. Вот такая ситуация. Вот мы должны вот это вычислить теперь. Вот это будет, общее, по сути, уравнение, в котором учтены движения. Что физически означает? Давайте сейчас все расскажем. Итак, у нас ионы и электроны. И вот мы здесь уравнение движения для ионов напишем. А электроны, у нас что они будут делать, когда будут двигаться ионы? Мы заставили двигаться ионы. А электроны мы не имеем такой, механизм заставить их двигаться. А вот мы заставляем двигаться ионы. Ионы, потому что мы ядра вот этим атомом начинаем двигаться. Что происходит с электронами? Так вот, электроны будут реагировать на это движение. Вот эта часть означает, не реагирует как на статическую часть. То есть движение тут не учитывается.
вот раз мы взяли теперь вот эту фоксилию, я значит, вот это такую штуку напишу. Взяли протопа, мы все взяли так, всю. А здесь мы взяли вот так, уже. Здесь мы взяли профессионал, значит, мы тут уже не учитывали этих электронов. Это значит, мы их рассмотрели как роль священия на них, мы смотрели как статическое значение. Сместилось все целое. И все. То есть осталось равновесие. А здесь вот эта часть, поскольку такая часть существует, будет у нас, вот она куда видите. Только по псиноре у нас лямбда равна нулю. Равновесие. Вот если мы эту часть возьмем в равновесие, тогда ее вообще не будет, и все. Но мы не имеем права это сделать, потому что мы должны линейно это половую часть учесть. Вот это как раз здесь содержится следующий факт. Именно взаимодействие между электронами, что они тормозят движение ионов. Они действуют, ионы сделались, и они должны как-то среагировать на их движение. Вот это запаздывание движения, сейчас мы это и получим как раз. Запаздывание движения этих электронных оболочек, участвующих в связи, относительно движения ионов, оно вот здесь, сейчас у нас должно появиться, проявится через вот эти вещи. Мы должны вот эту величину вычислить напряжение волн, и она будет зависеть от времени уже, да, когда слово зависит от времени. И, соответственно, значит, мы учтем этот эффект, смотрите какой. Эффект, с одной стороны, значит, торможение этого колебания, ну, то есть, тем самым, что мы увидим, что это могут оставить, тормозить колебания. Колебания не будут затухающими, они будут затухающими, да? Это первое. И второе, они, значит, должны вносить будущий вклад в эту часть статического смещения. Так вот, мы получим, задача наша такая конечная, что мы получим, когда можно учитывать только статическое смещение. Смещение нейронов можно учитывать только как статическое. Когда? При каком условии, когда можно учитывать движение со временем, то есть зависимость от времени от этой функции. Вот как это идея электрического движения. То есть электрическое движение состоит в том, что электронная оболочка движется вместе с ионами. Вот они все движутся вместе с ионами. Так что функционально они движутся быстро, а они следуют. Как его сместить, они сразу говорят, они следуют за ними. Но это следует за определенные условия. Значит, мы если так считаем, то мы, значит, какой-то условие принимаем. Вот это я и хочу. Вот это, значит, с этого момента до этого места дошли, теперь нужно вот это сейчас вам сосчитать. Лямбда 1 будет писать, так, лямбда 1 будет писать, так. И вот, значит, это лямбда 1 будет сосчитать. Вот смотрите, это, значит, как раз тонкий момент этого эллиптического включения. Я его излагаю так, чтобы действительно было уже теоретически понятно, больше работает как теория. То есть вот качественно я вам рассказал, что я хочу сделать. Но как это получить из формулы, давайте вот это получим сейчас. Для этого нужно использовать теорию излучений вычислить ПСИ-1, взяв за исходное, вот Ньютонианское взаимодействие. Я вот сейчас выпишу. Значит, нам нужно написать теорию излучений. Значит так. Вот электрическое замещение. Значит, у нас две задачи вычисления. Значит, это получается. Я сразу линейное приближение пишу. Пси-0 дает 0. Мы это убедились. Теперь здесь пси-1 поставить, здесь пси-0 уже ставить. И наоборот, здесь пси-1. То есть мы возлагаем. Значит, пси-1 лямбда 1 от n пси-0 плюс это линейное приближение получается так. Пси-0 лямбда 1 от n пси-1. Ну, вот если у меня что, значит, вот оператор. Вот этот брайкет, я напомню, это просто учить интервал, тогда я вот это оператор. То есть этот оператор нужно зажать между
Вони будуть згружені, а апарат буде на всі. Вот, значит, это будет вот это пси, а пси. Вот это значение просто этого, который здесь есть, я думаю, что вам это тоже любят, допустим, хоть телевидение, потому что это привыкли в наше время еще, когда рассказывали, там, вообще, ну, так уж сильно было привыкли, потому что все сам самодельно, и это не очень полезно. Вам книгу Дирек, а слава богу, присылали механики-то, давали такое, что для учебы или нет? Или вы по ней не учились? Ну, вы не учились, значит, это она появилась как раз в не учебе, наверное, и потом кто-то ее мало использовал. Ну, итак, вот это, значит, смотрите, итак, сейчас нам нужно напишем теорию возмущения. Смотрите, вот что за теория возмущения здесь? Вот это я как раз хочу, этот фрагмент, значит, вот это, чтобы вы его видели, я уверен, что это рассказывается вам, ну, это в свое время, конечно, вам не расскажут это, но, наверное, в обычном курсе, главное, не найдется. Значит, есть теория возмущения статическая, да? Есть теория, зависящая от времени, и в этой вот теории, зависящей от времени, есть такой фрагмент, теория, теория возмущения, включенная в бесконечный минус, он прошел. Вот это, когда вот такая ситуация, смотрите, у нас значит, возмущение, оператор возмущения, которое мы запишем, смотрите, h равно h e плюс, ну, h0e, если будет вот так, h0e плюс h0e, смотрите, вот так, h0e, смотрите, e плюс w, я напишу, вот w, это возмущение, зависящее от времени. И W, зависящее от времени, это есть у нас такое сумма по n, лямбда 1, у от n, у r. Вот, W, зависит от времени. А это куда оператор зависящее от времени. Значит, лямбда, это например, по электронным переменам, это значит некое число, вот замещение. Вот, значит, задача. Вот нужно найти все равно все равно все ноль плюс все один. Вот нужно все ноль определяется в этом уровне, который я написал где-то. А сейчас я напишу здесь вот. H. Так, вот напишу H0 не. Пси равняется. Я напишу так. Пси не. Произвольно подчем. Равно пси. Равно H. Е, ню, пси, ню, пси, ню. Так, значит, смотрите. Вот. Значит, это я написал для произвольных квантовых чисел, произвольных энергии, потому что они сейчас становятся. А для мы писали, когда не равно нулю, вот без нового состояния. Вот тогда был где? Здесь нолик, здесь стоял. Это было, значит, без нового состояния. А в другом состоянии вот такая будет вот такое уравнение для этих функций. Вот эти функции, вот это нужно назвать, собственно, функция имеет собственное значение. Да? Значит, это мы его знаем. Возмущение знаем. Теперь по этому противовому значению нужно вычислить волновую функцию, добавку к волновой функции. К этой волновой функции нужно написать добавку волновой функции псевдона. Значит, вот как здесь сделать, вот теперь вернусь к тому, что я говорю. Значит, здесь нужно какую теорию возмущения использовать. Проблема, потому что у нас возмущение зависит от времени, но оно стационарно зависит от времени. Стационарное движение, да? Но с другой стороны, значит, оно вроде бы какой ограниченный суммы нужно поставить, нужно тогда написать какой-то начальный условие, если есть. В зависимости от времени. Так вот, это значит, в этом случае, в такой
задачи используется в физике твердого тела и в физике много 4.7 такое называемое приближение адиабатического учения взаимодействия бесконечного в прошлом. То есть мы считаем все же, что оно, что его конца не было, этого учения, и оно включилось. Но в далеком прошлом, когда это значит, когда оно уже не играло никакой роли. И поэтому значит, когда включилось, и сейчас оно вот такое стационарное некое. Мы хотим рассматривать стационарное. Значит, можно было бы сразу взять, допустим, какую-то стационарную зависимость периодическую со временем. Но тогда у нас бы была некая проблема. Потому что мы бы там не знали, как вычисление конечно проходит болезнь. Поэтому очень необходимо, я потом покажу, как мы себя. Поэтому необходимо здесь представить в таком бесконечном диагональном прошлом. Но мы считаем, что зависимость от времени гармоническая. Поэтому частота колебаний, да, мы потом будем находить частоту колебаний, мы будем считать, что это зависит от времени, как Е в степени минус И омега Т. Да? Это достаточно причем, потому что мы можем всегда любую линейную здесь уравнение, мы можем всегда любую функцию разложить тогда в данном случае по времени. И значит, поэтому представьте себе гармоническое, ну, всегда это гармоническое приближение. Я тут здесь напишу от омега. Так? И здесь есть степень минус и омега Т. Но вот так сделать недостаточно, нужно больше кое-что сделать. Потому что мы, когда будем сейчас вычислять, то возьмем интегралы по времени. И нужно будет брать их от какого-то предела. А от какого? Так вот мы будем брать от предела равно нулю. И поэтому запишем здесь такой множитель, ST. Вот. Где S после вычисления стремится вот. И таким образом, значит, получается, что при t равном минус бесконечности, при t равном минус бесконечности, бесконечности в прошлом, значения не было. Соответственно, значит, мы при t равном минус бесконечности предполагаем равным нулю. Вот это у нас будет граничное условие. V от t при t стремящемся к минус бесконечности. Стремится, то есть остальное минус бесконечности к нулю. Вот это. И это нам позволяет тогда решить построить эффективное возмущение по времени. Возмущение, зависящее от времени. Включаем бесконечно далеко прошлое. Вот этот прием. Значит, я фрагмент вычисления могу показать сейчас, вот. Но я просто напишу сначала ответ, и потом поговорим о этих вычислениях. После того, как я напишу его, ответ там, значит, можно спросить проще, просто уже короче. Я просто не хочу, я не люблю изображать очень нервные здесь, на доске, потому что, это долго все же получается, это раз. А второе, пишу так плохо еще, я не знаю, что там как списываете. Мы сейчас писать уже научились. Руками взять. Поэтому, значит, видите, конечно, надо. С другой стороны, вот я не знаю, как есть у вас принято, принято у вас формулы презентации делать такие с формулами. Я не знаю, как сейчас мы ее сочетаем. Некоторые бывают, но редко. Я тоже так думал. Дело в том, что возникает проблема. Вот когда пишешь, что все же можно и говорить, и обсуждать. А когда на эту тарелку показываешь, это совсем другое восприятие. Это я уже все время понял. Ну, конечно, мы, когда рассказываете доклад, клиенту пишут формулы. Ну и что формулы? Эти формулы смотреть очень трудно, что-то вникать. Как вот? С одной стороны. Значит, тогда нужно тогда делать видим как, что вам отдавать все эти презентации, чтобы вы по ним все писали. Но тогда вы мне презентацию эту уже и приносите, значит, в профессиональный экзамен, и, значит, и пальцем отдавать. Это тонкий вопрос, конечно. Поэтому,
все же надо вот так делать, и как-то комбинировать. Какие-то ответы делать на этом на компьютере. Потому что хорошо писать трудно. Между прочим, у нас вот там рядом есть уже сделанные классы. Значит, с интерактивной такой доской. Доской доска. Можно там флешку воткнуть и доски все покажут. У нас такие есть. Есть у вас такие доски? Нет, у нас нет. Нету? А у нас вот, вот тут вот рядом в аудиториях есть. Но я просто уже здесь по традиции, в этой аудитории, и потом начнем толчком привлекать. Там, что там плохо, что вот это, писанина это делать, очень мало делать. Где, и нужно делать ее обязательно фломастерами. И значит, в этом отношении, значит, трудность есть какая-то. Ну, надо трогать. Ну ладно, очень короче говоря, смотрите. Вот, значит, мы решаем этих уровней. И H, Dx, вот и H, исходное уравнение Шрёдингера, зависящее время. И H, Dx, подойдет, вы знаете его хорошо, это уравнение здесь. Вот, значит, он будет такой интересный у нас. H0, H, да, H0 идет, так, Fx, вот T, плюс W от T, C от T, так? Вот это значит исходное уравнение Шрёдингера. Значит, мы видим C равно C 0, ну, T тоже, конечно, значит, потому что финал тоже зависит от T. C, ну, C от T равняется C 0 от T плюс, ну, соответственно, значит, а, плюс С1. Вот. И значит мы дальше вот, считаем С1 по теории размещения, используя это значение. Особенно не сам вид размещения. Ну вот. Значит, ответ я напишу сейчас. С1 это получится такой. С1 равняется. Значит, я беру матричные элементы. Значит, ну, во-первых, значит, я нахожу поправку по теории размещений ксеноид, да? Значит, соответственно, у меня фигурирует будет ну равно нулю и ню не равно нулю движения. Значит, соответственно, матричные элементы ноль ню и матричный элемент ню ноль. Вот эти два. Есть тут. Значками пишу. Значит, ну вот, значит, получается так, что Е в степени И на H Е 0 Т сумма фай ню по квантовой числе. Ню квантовой числе. Это я стер, к сожалению, считаю. Пси ню H ню с ноликом равно Е ню пси ню. Да? Вот так. Значит, поэтому здесь пси ноль, вот это ню ноль Е в степени минус Е омега Т плюс С Т. Значит, здесь ню ноль. Е 0 минус Е ню плюс H омега плюс И H S. Вот это вот сохраняющий S написал. Теперь S в этом уровне положить равно. Ну вот, теперь как производится это все? Я сейчас немножко напишу. Там, потому что все так писать долго. Вот. Значит, секундочку сейчас. Так. А ну теперь это не будем делать, или сделаем? Теперь делаем сейчас не будем. Время 15 минут 7. 20 минут. Ну, 20 минут 7. Первый делать или нет? Или сейчас пытаемся? Да не надо. Не надо, тогда сегодня, тогда я говорю, что как закончится время, как упадет, ложка, так я это очень, ну, выгодно здесь такая.
сегодня скажу, что это все равно закончится. Ну вот, смотрите, значит, мы записываем все, так, сейчас, все, ну, а теперь можно написать, все, t равняется сумма по n, c, n, от t, c, 0. Так? Синюю. Вот, теперь дальше. Значит, для этих c пишем уровни, исходя из этого. Да? Значит, получается, и h, c с точкой, просто время различает с точкой, c равняется с точкой, и n, плюс сумма n, c, так, другой v, u, n штрих, на c, n штрих, да? C, n штрих. Это вот это уравнение для сумма писать. Сумма по n штрих, вот по n. Теперь, значит, смотрите, пишем уравнение для Е0 здесь, плюс, ну, мы задаем, сумма для С, я помню, да. И значит сюда, значит, сейчас нужно написать создание первого порядка, то есть не вот первого, и поставить вот сюда, решив уравнение c0. Это c0 от t равняется, таком получается u, dnu c, c0 от t равняется e в степени минус i на h e0 и на h e0 скобочка единица плюс единица, а ну тут скобочка, плюс единица на ярч интеграл. Вот видите, здесь вот от минус бесконечности до t. Вот это вот важно, что мы здесь можем сейчас поставить здесь этот нижний предел. Вот. Потому что вот написано там нижним условием. C0 есть формула, а C уже другие притерные бесконечности вообще со мной. Вот, значит, все в этом. Значит, так, минус бесконечности, ну я пишу здесь, dt штрих e в степени i на h e, так, nu t, так, сумма по nu штрих, понести будет в так, 0 минус штрих и c минус штрих. Вот. Значит, теперь вот это c0 нужно поставить в уравнение для c, значит, ню отличное от нуля. И тогда получается вот это вот выражение для c0, которое нужно подставить. Так, значит, ну, в итоге по интегрированию по этим вот этих отличных экспонентов, которые возникают, решим уже уравнение c0 найти, c0 сюда поставить, решим, значит, вот это тоже получается. Вот, в общем, это тут выкладки, значит, такие, как обычно, теория размещения, зависящих от времени. Ну и вот, смотрите, вот в чем это S, значит, целая ворога, а где обычно учение здесь. Значит, здесь S можно положить сразу. И вот это, значит, важное вот это место, то, что здесь это, я его, естественно, пропущу. Почему? Потому что, значит, оно приводит к мнимая часть. Вот этого, вот этой суммы, которую поменяют, у меня есть мнимая часть для того, чтобы заявить. Если мы просто обратим вообще внимание на это дело, ну, то мы получим тогда не застухающие заливания.
А если мы это включаем, то получается, что возникает в уравнении мнимая часть, и она отвечает тому, что эти уравнения не являются социальными, а значит будет просто у этих элементов, которые мы рассматриваем. Это реальный физический эффект, действительно серьезный, вот значит обсуждается это влияние электрона на колебания решетки электрона, например, то взаимодействие, то рассеянное, это колебания решетки, это тормозит его. А если мы вот это не учтем, и следующее, значит, смотрите, значит, сейчас я давайте вернусь к этому. Я даже больше тут особых выходов что делать, могу не приделать, короче говоря, а просто написать легче. Вот значит у меня вот так. Теперь вспомнить, что я хочу найти. Вот это вот я должен найти явно среднее, вот это. Вот. Оно будет равно, значит, у меня пси1, вот это пси1, как раз. Я его здесь написал. У меня здесь вверху. Так, это у меня. Это пси. Значит, это у меня вот это вот первое приближение, это функция, что с точностью до. Тут на любой причем плюс следующее, оно вот это написано. Ну вот, значит, здесь пси1. Ну, я его тут написал. Можно тут написать. Пси1, все. И тут так уже. Вот, значит, пси1. Лямбда. Вот это когда я возьму, вот, то значит лямбда, тут вот возьмите здесь тут лямбда, и здесь будет лямбда с у, лямбда с у, вот она, вот лямбда с у, вот это выйдет, а здесь будет квадратичная, значит, комбинация этих функций. И значит получается, что у меня если вот это есть омега. Я не зря сейчас стараюсь уйти от того, чтобы написать полное уравнение, оно будет длинным. Потому что там будет согласно с омега плюс и с омега плюс здесь, и с омега минус. Вот. И в результате получается вот что. В том уравнении, которое мы имели, что фактически получилось там? Извиняюсь, точками. А теперь здесь минус, минус. И вот омега. Значит, омега в квадрате, m омега в квадрате, u, значит, вот омега, значит, так, вот омега, так, написано. И теперь, значит, здесь будет нечто, вот я так напишу сразу то, что надо. Сумма по n штрих, а вот какая-то буква, от n штрих, от омега на у n штрих от омега. Вот что такое будет. Где будет склад от этого, значит, от этого давайте сейчас вот эту зависимость. Будет первое слагаемое, которое, значит, я напишу а, напишем а от n штрих от омега. Равняется. Значит, это будет сумма по n штрих. Нет, сумма по n штрих не надо. Это будет просто этот самый а h вот это 2 у меня, n штрих 2, плюс это лямбда 2 от n штрих, независящие от, значит, омега вклады. И плюс то, что здесь есть, значит, напишем его лямбда 1, условно, лямбда 1, квадратичный по лямбда 1 с квадратом, вот так вот. И здесь зависит от омега. Ну, я так просто пишу. Вот я бы там зацепил квадратичное вот это. То есть зависящее не только от n, значит, тоже по n штрих будет, все, структура такая же. Только будет работа на зависящей части. Значит, если теперь мы
Значит, это я поучитываю, тогда здесь еще будет комплексная величина. Зависит от этого. Но если, допустим, это убрать все, эту зависимость от нее, это она описывает зависимость, она описывает вот это влияние на колебания, значит, которое значит, тормозит колебания. И вот эти колебания начинают тормозятся, и в результате этого вот взаимодействия они, значит, будут уходить. Ну ладно, это нам уж не надо. Да, допустим, это эффект, ну, малый, больше статьи, он влияет не слишком сильно. Но другое, вот это влияние сильнее, вот это сильнее. Что она означает? Давайте, вот это, чтобы получить такое уравнение. Вот, теперь нам из этого уравнения что нужно? Его нужно, это однородное же уравнение, нужно решить, найти частоты колебаний этих. Найти частоты этих колебаний. Ну и дальше, значит, смотреть сами эти колебания, реплитуды и так далее. Но здесь вот это тоже какая-то вот эта частота, она будет давать серьезное изменение. Представь себе эту выпущение, да, совсем просто получается. А если это есть, тогда сложно. Так вот это, значит, как раз адиабатическое приближение к теории колебаний кристалла состоит в том, что это влияние не учитывается. То есть вот эта частота не учитывается. Если учитывать, тогда уравнение, это влияние чему, смотрите, значит, напишем уравнение теперь исходное. М, У с двумя точками плюс, вернее, равняется. М, У с двумя точками равняется. Что получилось? А получилось следующее. Минус интеграл от минус бесконечности до Т, ДТ штрих, А от М, Н штрих от Т штрих, У от Т штрих. Понимаете? За счет того, что здесь частотная дисперсия говорится, ну вам, наверное, это в электродинамике же рассказывает такое. Вот. За счет этого у нас есть запаздывание в этом уравнении. То есть сила, действующая на ион, она значит, запаздывает от времени, от его движения. И, значит, это как раз влияние электрона. То есть электроны как бы не успевают. Вот он движется, а электроны, значит, влияют на него с учетом всех предыстории и предыдущего движения. Да? Вот это называется временная дисперсия. Таким образом, вот, да, в этом уравнении это, значит, оказывается, что электронная система приводит к временной дисперсии, если мы учитываем вот это взаимодействие ну вот, значит, ну, нам, конечно, это лишнее, так сказать, и поэтому, значит, и вообще в всей большом объеме лечения нанофизического кристалла это не лечение. Есть специальные эффекты, не адиабатические называются, в которых это играет существенную роль. Более того, значит, смотрите, если мы здесь это подписываем, смотрите, как красиво, здесь возникает до другие частоты еще. Вот на самом деле, значит, в решетке есть еще дополнительные частоты, которые являются еще этим взаимодействием с электронами. То есть совместное, вот то, что мы говорили, что мы можем разделить эту систему, это как раз здесь нарушается. Нарушается потому, что есть такое запоздание. Ну, а мы, значит, поскольку все вообще по-простому, то сопоставимся вот это. Так что нужно, что нужно считать планом, чтобы это было? А тут видно очевидно, вот чем нравится. То есть она тоже может сказать, чтобы омега было много меньше, чем где норм минус где ню, какое-то характерное ню уже какие-то наш. Да? Вот такое. Значит, смотрите, что такое эти вот собственные значения энергии электронов. Здесь входит собственное значение энергии электронной системы всей целой. Значит, ну, эти разности для случаев, когда у нас эквивалентные связи, ионы, значит, эти разницы порядка разности между атомами уровнями, правильно? Потому что характерное значение.
коллеги самостоятельно и возбужденно, вот есть энергетические организации, значит, энергии самостоятельно, есть возбужденные, так это порядка энергии, значит, возбужденных состояний одно. А это оптические частоты. Вот. Поэтому, значит, фактически, значит, это мы считаем, что колебания, если позволительно, то они много меньше тех частот, которые фигурируют в оптике. Если это касается теоретической связи, по крайней мере. Ну, с той связи, где есть оболочки, связанные с состоянием, где вот эти все находятся, электроны находятся все в таких состояниях, с энергией порядка энергии связанных состояний, так сказать. Энергия атома. Вот такая. Такая ситуация имеет место в электрических весах. Ну, значит, тогда, ну это, конечно, выполнится у нас, мы потом получим частоты колебаний, по определенных величинах, и увидим, что они, это звуковые частоты колебания, звука. Ну, поэтому, значит, тогда всех мыслимых частот эти колебания, собственно, по сравнению с оптическими и, ну, и даже инфракрасным просто диапазоном, не все меньше. Вот. Так что это получается справедливо. Но есть металлическая связь, а металлическая связь электроны между собой на какие угодно они не могут принимать. И тогда, значит, нужно что-то по-другому как рассуждать. Но, значит, и как рассуждать здесь? Смотрите, тем не менее, все равно это. Значит, мы тогда, вот я уже сказал, звук. Вот звук есть. То, что мы получим, будем получать, это звуковые колебания. И частоты их, ну, максимальные частоты порядка этих максимальных звуковых колебаний. Ну, это скорость звука, умноженная на лонгвитер. Вот, значит, вот такие вот. Теперь, с другой стороны, значит, эти теперь, вот эти вот возбужденные состояния для электронных проводимых, это состояние порядка, значит, тоже получается, что ну, когда скорость, вот, ну, они что ли, этих, только здесь скорость электронов будет, да? И нужно, наверное, тоже на лонгвитер. Вот эти разности порядка скорости электронов и лонгвитер. И таким образом нужно в этом случае сравнивать частоты, то есть частоту S, скорость звука Q и скорость электронов. И это понятно, значит, свободные электроны, они, вот когда ионы движутся, свободные электроны движутся за ними со скоростями именно вот этими. И за это, поэтому они будут успевать за ними, если скорость их будет намного больше скорости звука. Поэтому, значит, вот это условие для такой ковалентной связи, а это условие V много больше S, скорость электрона намного больше скорости звука. Это условие кинетической связи. То есть тогда нужно знать скорость электронов и кинетической связи. Хороший результат. Это скорость та же, что и у атомных электронов. Чем-то тоже у атомных электронов. Это легко, легко понять, так сказать. Когда мы будем чувствовать электронный символ, то это мы отчетливо получим. А тут и так ясно, что электронов все много, то они, значит, на каждому атому приходится какой-то один электрон, будем считать, так? Так, значит, электроны занимают такие энергии, которые отвечают атомам более фактически. И таким образом скорость их порядка тех, которые скорость его на питах. А это, ну, атомного масштаба, значит, скорости. Это, конечно, это скорость, допустим, 10 8 сантиметров секунды. Уже он взял порядка меньше скорости звука, вот так примерно. Ну, соответственно, скорость звука намного меньше тоже, на 10-5. Это довольно такие оценки. Если же мы имеем не металл, а какой-то проводящий электрон находится в металле каком-то, тогда это все меняется. Значит, тогда этим эффектом нужно всерьез, может быть, смотреть. А если в хорошем металле, то тогда, значит, это условие выполняется, потому что 10-8 скорость электрона в парне немного больше, чем 10-5 скорость электрона. То есть скорость звука. Скорость звука 10-5, это во всех знаках очень мало отличается. А вот, значит, скорость электронов, конечно, она может быть разной, потому что электронов может быть мало. Вот. То есть мало, следовательно, они будут, значит, не такими, как в атомах, они будут какие-то меньше скорости, чем
разберемся. Так вот, значит, смотрите, итак, вот два условия. Вот два условия выполнения адиабатического режима. То есть, приезжайте, кое-что можно частотной дисперсии вот этого привлечь. Вот там, значит, главный результат, который мы сегодня уже выполняем, это изучение исходного уравнения колебания решетки, вырезание кристалла. Вы, между прочим, так часто говорят, колебания решетки, когда вы обратили внимание. И даже в учебнике, это из этих колебаний, кристаллические решетки и так далее. Вот это надо избегать. Все же это придется правильно. Решетки не могут колебаться. Это физический образ, значит, точки, которые мы сейчас можем, если не проект. А коррепсаторы, когда мы можем говорить, мы не кристаллы, то мы не ватные кристаллы. Вот такие вот. Ну вот, и вот это, если понятно, кристаллы можно вот эти уровни описать без учета омега, без учета запаздывания во времени, то значит это самое гипотетическое движение означает, что влияние электрона мы фактически как бы сводим к пассивному такому фактору, который представляет собой просто движение, то есть просто движется вместе с ионами, движется ионы, и электроны просто вместе с ними движутся. И просто как бы, вот эта атомная картина тут подходит, что ячейки, вот эти, если простое вещество, то это вообще ячейка представляет какой-то атом, окруженный облаком этих электронов, которые там как бы свободны, но на самом деле вместе с этой четкой делится. Вот такая вещь. Значит, вот адиабатическое помещение — это помещение, в котором электроны можно как бы учитывать как просто дополнительную совокупность электронов к этому ионному пусту. Вот так. Ну вот, значит, и так мы пришли, значит, вот это вот адиабатическое помещение сформулировали. Дальше мы его будем использовать. Я, значит, теперь уже в конце скажу, ну потом все равно, в следующий раз как-то еще поговорим. Но все равно, значит, давайте в конце скажу, что мы получили. И как это все добивается. Вот что мы получили. Значит, мы получили уравнение для амплитуды колебаний. Для амплитуды колебаний атомов решетки. Значит, здесь мы это самое. Сейчас уже можем легко, поскольку все просто, убираем все это. Все просто. Значит, это нашли омега. Вот здесь мы можем написать вот, я забыл, что записание написать. Это 400, здесь больше забыл. Вот. Значит, вот это такое уравнение. Это для простого. Это выкладку я скажу, что кое-где я уже использовал, что это простой кристалл. То есть кристалл, состоящий из атомного сорта. Жёлтый буровой. То есть это вот мы пока. Значит, теперь сразу же этот заголовок, мы скажем, что рассматриваем колебания простой решетки. И вот мое гипотетическое представление, ну ясно, что это приближение к одному, не так уж привязанное к типу решетки. Сейчас, хотя привязка может быть, но потом это выяснится, я скажу чуть позже. Вот. Но все равно, значит, это гипотетическое приближение, суть его понятна для рассматривания. Если мы будем смотреть, то простую решетку. Ну вот, простая решетка. Следующая, значит, разговор у нас о колебаниях простой решетки. Здесь, значит, у нас вот этот тензор, значит, альфа, альфа, бета. Ну, здесь можно для версии поставить значок бета. Но вообще-то говоря, вы, наверное, знаете, повторяющие значка мы считаем при суммировании, тензора, значки мы пишем, иногда пишем просто записываем. Вот бета, вот сумма по бета. Значит, вот это таким образом тензор второго ранга у нас выходит, вот такой. Вот этот тензор называется силовая матрица, динамическая силовая матрица. Вот просто динамическая матрица. И вот силовая, динамическая силовая матрица. Динамическая матрица в конце. А значит, это вот динамическая силовая матрица входит в кристалл. Вы, значит,
в следующий раз я уже покажу выкладку, как она связана вот в этом антиматическом предложении. Сейчас скажу ее несколько свойств. Она связана с энергией самого состояния. Она, оказывается, может быть связана с энергией самого состояния электронов. То есть вот непросто вообще энергия состояния, самого состояния. И я, значит, у меня очень четкая, то есть можно сопоставить с тем потенциалом взаимодействия, который был. Ну вот, итак, значит, вот это такая, значит, такое. Вот оно, вот минус и нужно делать. Значит, это система уравнений, сколько их атомов представит. Мы, значит, теперь можем уже ограничить число атомов, если мы захотим теперь. Вот. Это мы делать будем соответствующим образом, представляя эту бесконечную, так сказать, переходу к бесконечному составу и так далее. Ну вот, значит, и я только хочу сейчас сказать главное сразу же свойство этой матрицы, так сказать, которая дает свойство уравнения. Ну, во-первых, смотрите, первое свойство, которое очень, значит, самое простое, самое важное. Сейчас я буду лучше рассказать по порядку. Вот. Итак, значит, первое свойство, что вот это зависит только от разности вот этих вот. Вот это вообще так, тут здесь что пишется? Это зависимость от R. R – на что? Я номер поставлю, фактическая зависимость от R. Так зависит только от разности. Почему? Потому что, значит, смотрите, значит, если мы сдвинем n, сначала счет, n заменим на n плюс какой-то n одновременно, и n' заменим на какой-то n. То же самое. Если мы сдвинем n' плюс n, вот только здесь сделаем, то тогда видно, что значит a, ну a не видно, вернее, а при этом ничего не изменяется, ничего. То есть это просто другой атом рассмотрели. Тут нам удобно сейчас рассматривать пока что это бесконечная решетка. Ну вот, значит, вот это сдвинули, ничего не изменилось. Это традиционная инвариантность вот этой штуки. То есть а вот n плюс n, n плюс n. Мы перешли просто в другое место кристалла, которое полностью изменено. Потому ясно, что такое условие выполняется. Ну, следовательно, отсюда следует, что А есть функция термин штрих, равняется А n штрих, А от R n R штрих. Это просто обозначение вот это. Ну, это реальность получения было сперва, что просто функция этого. И это вот это. Вот это вот просто означает, что Rn, я тут неправильно, конечно, в каком-то смысле глупость написал. Вот Rn плюс Rn. Вот это какое-то, да? Rn большое. Вот что это означает. И во всех местах можно поставить так, что это замена Rn, которая здесь от этого зависит, конечно, на Rn плюс Rn. Так вот, так это функция, есть функция разности. Rn минус Rn штрих. Правильно. Вот. То есть это вот первое важное свойство этой матрицы, что она зависит только от разности. И это сразу нам очень сильно помогает в анализе. Это свойство отдалось, так сказать, решил. Вот. Это второе дальше свойство, смотрите, если мы теперь запишем эту, значит, функцию в таком вот виде, то сумма, вот смотрите, значит, возьмем вот это смещение, основное смещение кристаллов в целом, это же должно тоже уравнение быть справедливым. То есть U будем считать зависящим от этого. Ну тогда, значит, здесь вот из этой
значит, сумма можно вывести, я отсюда слышу, что сумма по N-штрих должна равняться нулю, потому что этот у N, значит, это будет означать, что когда мы свещаем силы, то силы не действуют на N. Поэтому у это здесь должно быть обращаться в N. Поэтому, соответственно, значит, у нас сумма по N-штрих А вот n штрих у n штрих, то есть уже не равняется нулю. Ну или сумма по n а вот rn равняется нулю. Вот так вот. То есть, значит, тогда отсюда следует, что здесь мы можем вот эту ой, допустим, прямо вычесть отсюда, и здесь входит фактически разность ой минус ой штрих, понимаете? И это сразу же отвечает тому, что на самом деле у нас ну, вот это как бы ускорение, это сила. Так сила-то определяется только разностью между данным ой и другими вот, другими сообщениями. То есть определяется разностью. Ну, вот. Ну и третье свойство это то, что вот это если мы возьмем а от r, то это равно а от минус r. Это свойство просто того, что эта решетка, это простая решетка. И она при инверсии меняется. Соответственно, это мышцы силы амазы, это тоже не амазы. Вот, значит, таким образом, золотые свойства, чем можно дальше чем сильно обращать дальше в весь анализ. Эти сразу, некоторые из этих свойств появились только для простой шутки. И, значит, второе свойство, оно, конечно, появилось только для простой шутки. А, значит, для сложной не а для первого свойства у нас появилось только ну, для центра самой ячейки. Для центра ячейки, ну, там еще открывается. А теперь сложные, у меня сложные шутки смотрятся отдельно. Поэтому четыре, ну-ка там есть свойства. И все три свойства модифицируются. И дальше сложные шутки инверсия не может подходить реально. Инверсия появилась только для центра. Ну вот, те средства. Ну хорошо, значит, мы можем закончить тогда. А в следующий раз я еще скажу, покажу это немножко силовое свойство. То есть связь немножко силовой матрицы с энергией основного состояния.